Ну, выйди, мы не можем заказать, можешь выйти и направо иди. И вообще, супер, супер. А потом еще автобус. То есть классно, классно. Что за бред? Что вы меня куда-то посылаете? Нужно внимательно смотреть, чтобы не провтыкать. А здесь только 7. Я себе отель взял. Я бы там догадался. Ебать жизнедосмотр. Ну что, я в Торонто. Заходишь и сразу же туалет. Ё-моё. Даже зубные щетки есть. Отлично. И полотенечко. А по другую сторону... Давайте двери закроем. По другую сторону душевая. Тапочки. Естественно, я их не буду засовывать ноги. И полотенце есть. И... Даже телек, ничего себе. Маленький телек, вешалки. Вот такая вот комната. 18 квадратных метров. Вот так вот. Прилетел я в Пекин сейчас. Что дальше будет, потом расскажу. Нужно переночевать и потом дальше в путь. Дорогу. Доброе утро, ребят. Все. Выписался из отеля. Сейчас нужно ехать мне в аэропорт, а потом лечу в Германию. Вот. И что еще хотел сказать? Сейчас нужно найти такси, потому что отель такой себе. Я у них спросил, говорю, можете мне вызвать такси, чтобы добраться до аэропорта, до терминала 3. Тоже еще нужно еще добраться до этого терминала. Они... Ну, выйди, мы не можем заказать, можешь выйти и направо иди. И там ты найдешь такси. Я говорю, вообще супер, супер. А потом еще автобус, шаттл, который едет до терминала 3. Сейчас добирается до терминала 2. Это, ну, сейчас я в Пекине нахожусь, чтобы вы понимали. Потом до терминала 3. Короче, кстати, а вот этот отель, в котором я находился, Sky Hotel Business. Sky, что там написано? Sky House Business Hotel. Он находится рядышком с этим аэропортом, поэтому я его и взял. Он самый такой из дешевых. Ну, не хочется тратить денег до хера, поэтому я его и взял. Ну, не знаю. Я бы вам не советовал этот отель. Но если одну ночь переночевать, то, в принципе, можно. Зимой немножко прохладно там. Там есть завтраки на утро. Но завтраки вроде бы оплачиваемые. Они не входят в стоимость вашего проживания. Вот. Ну, короче, все, погнал я искать такси. Надеюсь, я доберусь до аэропорта вовремя. Еще надо поесть, потому что еще не позавтракал. Кстати, еще хочу сказать. После моего Хайлара, города во внутренней Монголии, где сейчас где-то минус 25, наверное. Я сюда приехал, в Пекин. Сейчас на улице минус 4. И как по мне, прям весна наступила. Ну, то есть, не особо-то прям так холодно, чтоб я не знаю. То есть, классно, классно. Разница ощущается. Короче, пришлось вернуться в отель, не нашел такси, как они мне сказали, там, иди направо, там еще куда-то. Я говорю, да вызовите такси к отелю, что за бред, что вы меня куда-то посылаете. Ну, все, приехал, мой
пришел в отель, вызвали такси, жду такси. Не знаю. Тут спросонья повелся на их уловку и пошел тоже бродить. Хорошо, хоть недалеко отошел. Но я понимаю, что я сейчас вдоль трассы просто иду, такси никаких здесь нет. Что за бред, что она мне наплела. Короче, этот шаттл идет с терминала T3C до терминала T3D и потом T3E. И вот нужно внимательно смотреть на ваш, какой у вас гейт, куда вы едете, там летите, точнее, CD или E. Ну, вот. Нужно внимательно смотреть, чтобы не провтыкать. Сказать, Люфтхасса, немецкие авиалинии дают вам в комплекте плед, подушка, монитор, где вы можете посмотреть, поиграть во что-либо, пострелять перелет. Вот. И плюс вам еще дают такие вот наушнички. Это эконом-класс. Вот. Вот такое. По сравнению с арабскими авиалиниями, но чуть-чуть как бы меньше всего дают. Впервые мне такое лечу по один. Но почему же? Я должен был лететь вот на тех местах. Мне сказали, если хочешь, можешь лететь сюда свободно. Потому что я там с двумя китайцами. Тесница. И все. Все, пересел. И аж так. Das Rauchen ist während des Aufenthaltes an Bord только прилетел, 12 часов в полете, жесть, короче, вареный, по китайскому времени уже 2 часа ночи. А здесь только 7 вечера. Ну, в общем, иду в отель, ищу, идти на карте показано, тут понты совсем идти, такси не хочется брать. Ну, надеюсь, найду я отель. Начну отдыхать. Нихуя себе отель взял. Ну да, за ночь 700 юаней, но дешевле не было. Короче, так, заходим, и сразу же у нас здесь толчок, да, туалет. Все отлично. Все чистенько, туалетка есть. Дальше.
Мы идем. Кофемашина. Чё? Серьезно? Бар. Сейф. Плазма охрененная. Кровать, диванчик, столик. Да, вообще. Все четненько. И душевая. Идеально. Идеально. Ну что, доброе утро. Ребята, вот я и в Мюнхене. Рядом стройка. Шатни, в которых тоже я был. Наверняка тут украинцев куча работает. Вот. Ну, опять, походу, строят. Вчера только приехал и как бы очень уставший был. Ничего не рассказал. Показал только отель. Сейчас же вот проснулся. Надо идти на завтрак. Здесь в этом отеле завтрак с 7 или с 8 до 10. Бесплатное, точнее. Ну как бесплатно, я за них заплатил. Это как входит в стоимость отеля. И что еще? Да ничего, в принципе. Покушаю и буду отправляться в аэропорт. А, кстати, вчера, как я добирался сюда в отель, ходил вокруг да около аэропорта, потому что по карте отель этот рядом. Но, казалось бы, рядом, ни хрена подобного. Есть специальный автобус, трансфер, который с аэропорта отправляет людей прямо в отель. Собственно, чего я не знал. И хорошо, что у меня какой-то есть английский язык, поэтому нужно спрашивать у людей, вот, а не думать, ладно, я дойду, никого не буду спрашивать. Нет, затупил сначала. В общем, я спросил, мне рассказали, объяснили. Если бы сам я был, вообще никто ничего не сказал, я бы хер бы там догадался, потому что никаких указателей, ничего нет, нужно спрашивать. Все, обычный трансфер бесплатно, доезжая до отеля. И вот, собственно, вы здесь. Вот так вот. Ладно, все. Еще раз доброе утро, хорошего настроения и приятного мне аппетита сейчас. Хотя, если вы сейчас кушаете, вам тоже приятного аппетита. Ну, собственно, вот этот автобус, который с аэропорта в отель отвозят. Ага, прикиньте, здесь вот остановка, где ты ждешь вот в автобусе. И здесь ты можешь посмотреть свои рейсы, то есть на какой терминал тебе нужно ехать. Очень удобно. Чтобы по времени какое-то для людей, так скажем. Вот в этом отеле я был, в отеле. В принципе, неплохой, как вы видели. Он очень рядом с аэропортом. Рекомендую, но немножко дорогого. Ебать же здесь досмотр в этом Мюнхене. Ты проходишь эту ленту, точнее тебя сканируют. Плюс тебе нужно не только вытащить ноутбук и свои пауэрбанки, а также еще разбуться, отдать им свою обувь и, ну, как бы, воду, бутылку взяли. Хотя можно было бы вылить, они говорят, нет, где здесь ты вылишь? Потерял бутылку и разбулся только я, и там один китаец возле меня стоял. Все, только нас двое, все остальные в лобби стоят. Бред какой-то. Привет, ребят! Ну что, я в Торонто, я в Канаде. А сейчас ищу, как бы, добраться в мой отель, потому что дорого уезжать из аэропорта в центр города. Короче, потом все подробности расскажу.